В этом видео я расскажу о срезе кутикулы ножницами. Во время хода ножниц высоко не раскрываем верхнее полотно, а только слегка приоткрываем перед срезом. Непосредственно перед срезом поверхность ногтевой пластины должна быть правильно подготовлена, старайтесь очистить ее от птеригия, чтобы нижнее полотно проходило плавно и без препятствий. На видео одни из моих любимых ножниц Stalex Expert 10/2, также комфортные в работе ножницы от Leaf Professional. Срез начинаем с захода нижнего режущего полотна под кутикулу в зоне правого синуса. Располагаем ножницы перпендикулярно к ногтевой пластине так, чтобы нижнее полотно находилось глубоко в проксимальной пазухе. Шаг среза минимальный, работаем носиком полотен, не отрывая ножницы после среза от проксимальной складки. Перед щелчком следим, чтобы верхний кончик лезвия лежал на границе между эпонихием и мертвой тканью, то есть четко на линии среза, это самая верхняя и четкая линия вдоль кутикулы. Заканчиваем срез после поворота пальчика более глубокой режущей частью, не носиком. В конце по необходимости полируем линию кутикулы и наслаждаемся чистым результатом.